Привет, меня зовут Олеся Гусарова. Меня зовут Дмитрий Александрович Дроги. Меня зовут Евгений Базаров. Меня зовут Иванов Игорь. Меня зовут Кузнецова Дарья, я организатор акции «Пейнтбол без границ». Я впервые играю в пейнтбол. Настрой экспериментальный, настрой боевой. Ну, я думаю, будет весело, надо попробовать. Я думаю, я обязательно кого-нибудь подстрелю. Все со всеми. Под таким девизом проходят самые смелые акции и эксперименты клуба преодоления. Их цель – доказать, что люди с инвалидностью могут участвовать в динамичных, а порой и экстремальных состязаниях. Эпиш Дойч не смог пройти мимо первой в России игры «Пейнтбол без границ на коляске». Сегодня совместно с тактическим симулятором «Контакт» мы убедились в том, что интеграционные процессы возможны в нашем обществе благодаря желанию и небольшим технологическим доработкам. Сегодня здесь мы проверяем этот постулат, и, собственно, мы только что закончили игру, и можно с уверенностью отметить, что все стало замечательно, удобно после того, как организаторы этого клуба решили поставить пандусы и сделать его удобным и доступным. Мероприятие очень здоровское, мне очень понравилось. Опять испытать те эмоции, которые испытывал когда-то ранее, когда я участвовал в таких вот пейнтбольных турнирах. Можно с уверенностью сказать, что аналогов этому мероприятию в России еще не было. И, конечно же, все самое новое, оно заходит на ура, а уж тем более такой адреналиновый яркий проект. Пейнтбол!